Здравствуйте, друзья! Наткнулся на картиночку. До того, что у нас сейчас по погоде, до того, что это прямо где-то у нас. Вот. Поэтому даже не стал ее на голосование выставлять. Думаю, все равно напишу. Фотоматериал, естественно, но картинный полностью. Так, просят показывать палитру. Показываю. Белила. Кадмий красный светлый. Кадмий желтый светлый. Охра желтая. Рекомендую охру желтую. Краплак розовый прочный. Голубая ФЦ. Ультрамарин. Королевская голубая. Небесно-голубая. Королевскую прямо рекомендую, рекомендую. Марс коричневый, темный, прозрачный. Черная. На этом месте может быть любая черная. Поблагороднее кость жженная, например. Бирюзовая, изумрудная, английская красная. Разбавитель. Разбавителем смочу хо. Разбавитель сделает большую любезность входа краски в холст. Сухость холста не будет препятствовать этому входу. Белила. Черная. Пока без каких-то изысков. Нам нужен рабочий слой и краски, и тона, и примерный цвет. То беру ультрамарин. И дальний план набираю с ультрамарином. Здесь чуть выше середины по высоте. Здесь пониже. И, в общем-то, в середину уходит. К этому плюс розовый. Плюс охра. Вы видите, практически сейчас палитра была прямо на холсте. То есть, поскольку цвет не очень ответственный, то можно его было искать на ходу. Задам сразу настроение торчания. Настроение торчания этих растений дальнего плана. Фактура, ощетинившаяся фактура краски, особенно пригодится по второму сеансу, когда мы будем укладывать на эту подсохшую фактуру мастихиновые чирки,
чиркательно будем класть вещество, оно будет о фактуру задевать и создавать вот эти красивые эффекты множества. Красное деревце и с желтым красное. Листва лежит, трава торчит. Вот они все вместе здесь, чередуясь, уложены. То есть листву я укладывал по этой траектории, траву по этой. Так, больше, вернее, добавляю в этот же замес, который у меня был здесь. Изумрудную. Изумрудную и охру. Разбел ультрамарин, розовенькая охра. И более-менее сильный разбел. Там дорожка совсем ровно поднимается. Ну, лучше, чтобы она все-таки искривилась чуть-чуть. После небольшого бугорка, то есть она нырнула туда и вынырнула как бы чуть сбоку. И создался зигзаг уползающий. А зигзаг уползающий, змейка уползающая, это всегда эффект пространства, ухода в пространство. То есть мы сразу даем выразительное чтение в картине этого пространства. Так, и солнышко у нас будет не прямо над ним, а чуть сбоку. Что тоже композиционно будет получше. Белила.
Хорошо, хорошо. Снова. Это изумрудная. Охра, краснота. Но в пользу изумрудной и с хорошим разбелом. Чуть-чуть я, наверное, его отодвину от края. Далеко выходить не буду, пока просто вот намечу его. Да так, чтобы оно чуть склонилось туда, чтобы провожало взгляд зрителя в перспективу туда, по дороге. Те места, где у меня небольшие были неприятности с ветками, вот как в этом сгустке, там создаю сгусток листвы, и он обыгрывает ситуацию. Охристый. Не будет
ошибкой любой грязноватый разбел. Но степень разбела, вот здесь лучше не ошибаться, степень темности отметить для себя. Причем, если вы приблизите экран, вам покажется степень темности очень светлости очень высокая. Поэтому берегитесь не перепутать. То есть смотрите прежде всего общо, то есть на большом, ну, на крупном. Ну, в смысле, без приближения сначала посмотрите степень темности, а потом уже, если что, приблизите. Я степень темности определяю достаточно легко, поэтому я уже приблизил, а вы должны сначала эту степень темности отметить для себя. Степень светлости или темности, самой, ну, светлости, конечно, дорожки тоже мигает. То она зажигается светлостью, то она теряет свою напряженность тональную. В том числе, смотрите, дорожка такими обрывочными линиями где-то даже движется, то есть недотоптанная. Кроме цвета пыли, конечно, дорожки немножко имеются рефлексы неба. Хотя и небо у нас цвета пыли. Но все-таки легкую голубизну тоже можно добавлять. Вот голубая королевская, она вполне может участвовать. Однородность не надо допускать. Вот она у меня, эта тропиночка, то чуть светлее, ну даже выбеленная ее часть, то чуть светлее, то чуть темнее. Желтый в лес.
Все бугорки имеют спинкоподобный вид. То есть не провисающий, а именно спинкоподобный. Так как если бы бегемотики из воды торчали своими спинками. Вот такой имеет вид. Сухие торчалки. Так, ну, собственно, и все. Желаю вам удачи. На мой взгляд, задача удобная, приятная. И, конечно, будет нравиться очень многим. Я думаю, даже новичок более или менее сделает что-то приличное. Не такая уж она изощренная. Она полюбленная.